моменты. Ну, первый это был стойка на руках. Второй, когда я висел параллельно полу, вот так. Это была ласточка. Да. А третий элемент, когда я висел уже вот так, с одной ногой, это передний вис с одной ногой называется. Немножко подвигаемся, динамическую, и приступим к основной части тренировки. Те, кто хотят научиться какие-то сложные элементы выполнять, можете задать мне вопрос, я подскажу подходящее упражнение. Правда, за одну тренировку мы это не выучим, потому что... Вот, но скажу, какие упражнения нужно выполнять постоянно, чтобы научиться. Итак, располагайтесь, чтобы было свободно. Приступим к суставной разминке. Первое, мы начинаем с шеи. Наклоны вперед, назад, в бок, в бок. Раз, два.